Созыв новой задачи прежней – взаимодействовать на благо города. Во вторник мэр Владимир Шарыпов встретился с недавно избранными депутатами областной думы 7-го созыва. Каждый из них представляет один из округов. Вместе весь город. А значит, могут помочь менять его к лучшему. У нас вот есть папка с предложениями. Мы расставили приоритеты по модернизации спортивных объектов, детских площадок. В основном это касается больших спальных районов, таких как Рождественский, Суховка, Авдотина, Сортировка и так далее. И то есть там должны мы получить вот современные спортивные площадки, современные, в том числе площадки для детей. Касаемо законотворческого взаимодействия, не впервые встает вопрос о принятии 11-го ОЗ об административных правонарушениях. Согласно документу, город получит полномочия не только выявлять нарушения в различных сферах, будь то транспорт, реклама и тому подобное, но и штрафовать. Ну, проблем этих очень много на самом деле. Это и парковка на газонах, это и наледь на кровлях домов, это и слив жидких бытовых отходов, куда заблагорассудится. И этих проблем действительно очень много, там даже нарушение закона о тишине и прочее. То есть все мы с этими проблемами постоянно сталкиваемся, все жители города. И, конечно, хочется, чтобы какое-то решение было. Не обязательно это должен быть закон, это может быть какая-то правоприменительная практика. Депутаты в курсе проблемы и уже пытались протащить законопроект, но прокуратура его завернула. Хотя во многих других регионах эта норма успешно действует. Говорить о том, что мы там что-то не хотим, или там, это совершенно неправильно. Мы не можем нарушать федеральное законодательство, мы можем только вот использовать те возможности, которые у нас есть. Попытки мы такие не оставляем. Вот на ближайшее время запланированы уже вместе с работниками, с представителем правительства Ивановской области очередной заход по 11-му ОЗ, мы будем пытаться все-таки что-то предпринять такое, чтобы было принято наши поправки и работать муниципалитетом стало легче. В остальном же планы на новый депутатский срок прежние. Озеленение города, строительство и содержание спортивных и детских площадок, помощь в реализации крупных проектов на территории областного центра. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.